Министерство науки и образования Российской Федерации рекомендовало университетам перейти к реализации образовательной деятельности исключительно в электронной информационно-образовательной среде на период усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующая работа проводится и в Казанском федеральном университете. Прежде всего, это актуализация полной информации по преподаваемым дисциплинам в личном кабинете преподавателя. Рабочие программы дисциплин, учебно-методические материалы, ссылки на онлайн-ресурсы как на сайте КФУ, так и на сторонних сайтах. Ознакомление всех студентов с форматами работы в электронной информационно-образовательной среде. Предполагается, что КФУ перейдет к реализации образовательной деятельности исключительно в электронной информационно-образовательной среде с 19 марта. Отметим, что никакой речи о каникулах не идет. Учебный процесс на период усиления мер по предупреждению распространения новой инфекции будет проходить без потери академических часов. Занятия, проведение которых невозможно без специализированных аудиторий и оборудования, состоятся по специальному расписанию после окончания периода профилактики. Камиль Гемоздинов, Универньюз.